вы видите, я вышила не только эту веточку, которая собиралась, но и еще маленькую веточку с двумя ягодками, с двумя оливочками. И решила снять вот этот момент, когда, видите, я уже убрала наметку, вышивала я на пяльцах, на маленькие пяльцы хорошо вошли, не приминая эту канву. Канву я приметывала обычной наметочной строчкой, обычной ниточкой. Вот. А теперь, видите, вот этот кусочек, он уже как бы держится только на вышивке. Вот. Наизнанку я ничего не подкладывала. Вот видно сейчас канву, да? Ничего не подкладывала. Сделала обычную изнанку, так как я делаю. Ну, то есть просто аккуратненько. Не идеально, но аккуратненькая изнанка, без узелков, без протяжек. Протяжки делала под стежками канвы. Под стежками, вернее, вышивки. И вот сейчас я хочу это намочить, ну и показать, как это получится. По инструкции вода должна быть температуры 40-50 градусов, но я так рукой потрогала, чтобы это было теплее, чем моя рука. Вот, ну и 5-10 минут это должно полежать. И посмотрим, как это дальше отойдет. Дальше будет видно. Ну вот покажу одной рукой, вот я попробовала снять эту канву, получается вот снимается такое, ну что-то вроде желе, вот уже даже я его взять не могу, растворяется она. Ощущение такое желатина под рукой, растворенного желатина. Ну вот подержу нужное время, потом прополосну. Девочки уже показывали, как они снимают, но я вот снимаю первый раз. Мне даже интересно самой. Вот. Ну все, покажу уже потом, когда отложу. Ну и вот, собственно, окончательный вариант моей работы, то, что у меня получилось с моим фартуком, с оливками на льняном фартуке. Здесь видите вот такая вышивка, вот такой бордюрчик и отдельные фрагменты вот эти вот веточки. Так вот эту веточку, видите, я повторила дважды. Я вышила эту веточку на пятне. Если это видно, да, видно. Вышила веточку на пятне, немножко пятно просвечивает под оливкой, но как бы не бросается в глаза, оно как будто бы такой фон. Вот эта ветка, но эта ветка по схеме, она перевернута. Видите, вот схема, веточка перевернута кверх ногами. Я добавила еще маленькую вот эту веточку с двумя оливочками маленькими. Думала, что мне как бы это, ну, создаст композицию. Но в итоге я решила добавить еще одну веточку с другой стороны, уже так, как она есть по дизайну. В общем-то, вышивалась легко очень. Кстати, мне очень понравилось вышивать на пластиковой канве. Здесь так называемый несчетный бэк, то есть бэк не по дырочкам. И очень легко иголочка проходила в эту водорастворимую, не пластиковую канву, а водорастворимую, конечно же. Иголочка очень легко проходила в эту водорастворимую канву между дырочками. Вот. И, в общем-то, крестики ложились нормально. Все, в общем-то, получилось аккуратненько. Сейчас я попробую приблизить. Ну, вот так вы видите, веточку более крупная. Здесь бэк по листикам, видите, да? Немножко как бы косят крестики вот эти белые, их видно, но я думаю, что здесь моя ошибка в том, что я вышивала не цветом бланк, как по ключу, а цветом 5200. Цвет бланк у нас просто не продают, в качестве белого цвета привозят номер 5200. Я думаю, что надо как-нибудь, наверное, заказать, чтобы был все-таки цвет бланк, он тогда смотрелся бы более красиво здесь. Ну, в принципе, вот с этой полосой он гармонирует, не такой уж тут диссонанс. В общем, вот так вот получилось. Сейчас убавим наоборот. Обратно. Ну, вот так вот получилось. Вот такой вот у меня фартук. Вот. Закрыто пятно и, в общем-то, немножко украшено. Мне очень нравится. Вот. Спасибо вам, что наблюдали за моей работой. Ну и в качестве приза вот такие прекрасные оливки. Обожаю оливки. Черные, эти оливки с косточками, и зелененькие тоже люблю. Это греческие маслинки. Вот. Ну, спасибо всем, кто посмотрел. Я продолжу свое участие в совместном проекте.
но уже с другим дизайном. Об этом в следующем видео. Всем до свидания.